Доброе утро. Мы продолжаем знакомить вас с самыми свежими и интересными новостями кино в эфире «Афиша». Меня зовут Александр Лях. Закрытый после двух сезонов сериал «Город мечты» будет продолжен на большом экране. Создатель шоу Митч Глейзер напишет и поставит киносиквел, в котором помимо оригинального актерского ансамбля сыграют Билл Мюррей и Брюс Уиллис. «Город мечты» — история шикарного майамского отеля и его хозяина Айка Эванса в конце 50-х. События в кинофильме будут происходить в 62-м году, через 3 года после событий первого сезона. Дмитрий Нагиев станет звездой нового продюсерского проекта Михаила Галустяна комедии «Одной левой». Главная женская роль досталась певице Полине Гагариной. По сюжету успешному скульптору и прожигателю жизни Максиму придется столкнуться с неразрешимой проблемой. Однажды его правая рука перестает слушаться. Аномалия влияет на его профессиональную деятельность и путает карты на личном фронте, делая его посмешищем для друзей, клиентов и любовниц. Сценарий был удостоен гранта от сценарного отделения Калифорнийского университета. «Одной левой» попадет в прокат весной следующего года. Мы представляем премьеру дублированного трейлера мультфильма «Миньоны» и спин-оффа «Гадкого я», одной из самых популярных анимационных франшиз современного Голливуда. Миньоны. Миньоны живут на планете дольше, чем мы. У них много имен. Дэйв, Карл. О, а это Норберт. Он идиот. У них одна цель. Служить самой мерзкой личности из имеющихся. Сыра банана! Ням-ням! Ай-яй-яй! Найти-то хозяина просто. А вот сохранить... С этим проблемка. Но они не сдавались. Без хозяина они лишаются цели в жизни и впадают в депрессию. Затянись такое, они бы точно вымерли. Но тут выступил один миньон. Кевин набрался смелости. Он обещал найти клану для служения самого гадкого злодея. На Стюарта снизошел голод. Он мечтал только об одном – поскорее бы съесть этот банан. А Боб страшился грядущих приключений. Лебеду? Матока! Пуранула матока. Банана? Стюарт? Банана! Банана! Нью-Йорк, 1968. За 42 года до встречи с Гриму. Миньоны. В главных ролях Кевин Стюарт и Боб. Hello, Папагена. Мы продолжаем конкурс, приз которым пригласительный билет в кино в Малый зал Октября или кинотеатр «Комсомолец». Достаточно первым правильно ответить на вопрос, и он ваш. Итак, вопрос. В каком году состоялась премьера мультфильма «Гадкий я»? Три варианта. В 2010, 2011 или в 2012 году. Ваши варианты мы ждем на смс-номер 5577, в начале текста слово «Тема». Желаю удачи. Ну а сейчас время узнать победителя вчерашнего розыгрыша. Итак, билет на выступление сестер Зайцевых и Александра Незлобина достается тому, кто вчера угадал фильм, в котором одну из ролей сыграл Незлобин. Лента называется «Выпускной», и первым правильный ответ прислал абонент Билайна. Последние цифры номера 1122. Поздравляю, билет ваш. На этом все, увидимся завтра в это же время. Пока.